В республике началась выплата компенсации одиноко проживающим неработающим пенсионерам за капремонт. Напомню, такая компенсация положена собственникам жилья старше 70 лет. Для ее получения необходимо обратиться в агентство субсидий по месту жительства и не иметь долгов по взносам за капремонт. Как сообщили в фонде капремонта республики, пока не все пенсионеры, имеющие льготу, обратились за получением компенсации. Обращаем внимание, что речь идет о компенсации, а не об освобождении от уплаты взносов. Это означает, что взносы необходимо производить в полном объеме, после чего необходимо обратиться в агентство субсидий с заявлением о возмещении затрат. Компенсация носит заявительный характер, поэтому те пенсионеры, которые не обратятся в агентство субсидий, им предоставляться такая компенсация не будет. За 2016 год компенсация будет осуществляться с мая 2016 года.